Если честно, каждый раз, когда ты делаешь что-то впервые, то очень много каких-то моментов отвлекающих. Внимание рассеивается, и на чем-то одном трудно сосредоточиться. Там и новые игры у нас были, и желание победить, и вдруг пацаны как-то по-другому раскрылись. В этот раз ты уже примерно ожидаешь чего-то конкретного, знаешь, что Позов с Серегой схлестнутся, что Шаст будет, знаешь, сидеть, ага, опять ничего не получается. А я, если честно, хочу кайфануть от новых игр, потому что в прошлый раз были игры, которые теперь в моем арсенале развлечений вечерних. Вот, поэтому в этот раз жду просто новых игр. Блин, ну как будто бы... я просто знаю волю к победе Сережи, вот как он любит побеждать, как он умеет это делать. Но как будто бы будет по-честному, если победит Димон. Так что, Димон, кайфани. Ладно, второй сезон Table Time, в котором я планирую жесточенно вынести всех. Я почему-то вспомнил только ко второму сезону, как люблю побеждать. Всем конец. Что там приз в этот раз будет? Золото, серебро, платина, все мое. Кто победит? Ну я выиграю обязательно. Я чемпион второго сезона, это уже очевидно. Это просто мы 8 серий будем тянуть время, чтобы понять и так очевидное. Ну что ж, Table Time. Второй сезон. Съемки начинаются совсем скоро. Есть время перекурить. От этого сезона... Знаете, когда... Что ждешь от сезона? Ну, это же просто 8 часов посидеть, поиграть в игры. Ничего не жду. Победит, скорее всего, Арс, если не начнет поддаваться. Пос, если не устанет. Сережа, если повезет. Я на себя не рассчитываю. У меня одна игра, ну, просто кайф. Вторая игра... Зачем вообще мы придумали в нее играть? Вот. Но на самом деле кайфанем. Холодный кофе попьем. Классно будет. Часа, ну, жду часов 2-3 ночи, чтобы совсем было классно. Самая классная игра ночи начинается. Сейчас пока так, разминка. Че? Какие ожидания от сегодняшнего дня и кто победит? Я. А ожидания? От моей победы. Ну, все нормально все. Ну, как? Это же Table Time. Это моя шоу. Я собираю ребят у себя дома, раздаю им игры, вот, говорю, в каком порядке будем играть, и все. Я тренируюсь, пока они проекты другие снимают. Иду. Меня почему в других проектах нет? Потому что я Table Time тренирую. А они не тренируют, поэтому их много в других проектах. Шастун вообще точно не выиграет. У него слишком много дел. Так что...